Он на само отречение, например, переживал за 9 января. Хотя нормальный человек, нормальный правитель должен был бы после 9 января вызвать себе главнокомандующего, дать ему почетную награду и сказать, что делать в следующий случай, так точно так же. 9 января 1905 года цепь трагических случайностей превращает мирное шествие рабочих, шедших с портретами царя, хоругвями и святыми иконами, в массовое убийство. Накануне манифестации царь покидает столицу. Спецслужбы, отлично осведомленные в исключительно мирном настроении шествия, вдруг начинают распускать слухи о якобы запланированных революционерами беспорядках и даже о возможности захвата дворца. Удивительный факт, тем более, что Гапон, возглавлявший рабочих, являлся агентом-провокатором департамента полиции. В ночь с 8 на 9 в казармах начинают выдавать патроны, готовятся лазареты, а на следующий день детские трупы на залитом красным снегу. Кровавое воскресенье. Так войдет 9 января 5 года в историю государства российского. На поступах Дворцовой площади тысячи людей натыкаются на вооруженных солдат. Шествию приказывают остановиться, но народ хочет пробиться к царю. Никто не знает, что тот находится в царском селе. А ведь им нужно обязательно рассказать царю-батюшке о своих бедах. Вдруг раздались выстрелы. 2000 раненых, более 1000 убитых. Тем временем Николай II, названный революционерами в этот день Николаем Кровавым, получил лживую полицейскую версию события. Он так и не понял, что произошло. Он сокрушался о 200 жертв, тогда как их было в десятки раз больше. В дневнике император напишет: «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки. Вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять. В разных местах города много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело». Он на само отречение, например, переживал за 9 января. Хотя нормальный человек, нормальный правитель должен был бы после 9 января вызвать себе главнокомандующего, дать ему почетную награду и сказать, что делать в следующий случай, так точно так же. Романовы. Закат Российской империи. Начало конца. Пошли нам, Господи, терпение в годину бурных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбления, Христос Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.